Весна продолжает радовать своими праздничными событиями. И на этот раз мы расскажем о дне рождения журнала «УПС», которому исполнилось целых 15 лет. Мы поздравляем журнал «УПС» с днем рождения! В честь дня рождения журнала состоялась крутая мега-вечеринка с потрясающим концертом и фееричным выступлением звезд российской эстрады. Гости вечеринки смогли увидеть и услышать Нюшу, Five Star Family, Эмму М, Время и Стекло, Славу Басила и, конечно же, группу М-Бэнд. В нашу очередь мы хотим поздравить журнал «УПС» с вашим 15-летием. Мы желаем вам всего-всего побольше, букв вам побольше, страниц, листов. Самое главное, побольше вам читателей, друзья. Не только ребята из M-Band поздравили журнал, но и даже преданные юные читательницы сказали свои теплые поздравления. Это же так приятно. Мы поздравляем «УПС» с 15-летием. Желаем журналу «УПС» свиданий и всего-всего самого классного. Мы вас любим! Для женской половины гостей были созданы целые бьюти-зоны. Любая девочка могла сделать себе крутую прическу и профессиональный макияж. Также юные гости могли унести с собой свои фотографии из фотобудки, у которой была огромная очередь. Но и без позитивной встречи с группой «Маяковский» не обошлось. «УПС», как всегда, делает крутую вечеринку. Мы практически каждый год на ней присутствуем. И с каждым годом она все лучше и лучше. Конечно, лучше. Журнал-то растет, ему уже исполнилось 15 лет. И Эмма М тоже присоединилась к поздравлениям. Хочу поздравить, конечно же, журнал «УПС» с 15-летием. Пожелать им большущего вдохновения и огромнейшей фантазии. В завершении праздника читателей ждал вкусный торт. Сладкое все встретили на ура. Жаль, свечей в тортике не было. Но праздник состоялся. И это, я вам скажу, было очень круто. Вот такой день рождения отметил популярный журнал. А Европа Плюс ТВ присоединяется ко всем поздравлениям и желает журналу «УПС» процветания и успехов и продолжать радовать своих читателей. Вы смотрели программу «Hot News». Мы продолжаем следить за последними событиями в мире музыки, кино и шоу-бизнеса.